Кривой Рог, дороги. Немножко съезжаем с главной дороги, центральной. Это, кстати, не худший еще вариант, где я съехал. А вот это вот американские горки, так сказать. Бюджет города вложили в то, чтобы людям было весело ездить по американским горкам на первой скорости. Вот родной город нашего любимого президента Зеленского. А вот это вот водные горки. Вот, вот здесь вот яма сплошная. Вот сплошная. Здесь вот две ямы. Этому никак не объедешь. Едем в яму. Здесь вот можно объехать. В лужу не поедем. Мало ли какая у нее глубина. Здесь сплошная яма. То есть, скажем так, это у нас аркада. Ты не просто едешь по дороге. Ну, городские власти позаботились о том, чтобы тебе было очень весело и завлекательно ехать по этой дороге. Напоминаю, метров 50 слева идет центральная дорога, которую показательно все-таки отремонтировали, там не придерешься. А вот эта вот дорожка, можем мы сказать, что у нас года с 90-го вот такая. И каждый из наших любимых мэров на ней традиционно ворует. А вот там вот, тут я не знаю, как куда ехать вообще, вообще не знаю. Проходи, девочка, проходи. Я тут что, 3 дня буду проезжать. Текс. О, тут еще можно объехать. А потом идет целых метров 10. Даже можем разогнаться до 15 километров в час. Конечно, идет страшная война, но дорожку эту начали бомбить, наверное, уже лет 30 назад. Ну, я же думаю, город что-то выделял на ее ремонт, да? А к нам Зеленский приезжал, когда его выбрали, и такой рассказывал, что он тут всех на ноги поставит, или на голову, или куда-то поставит, и все будет хорошо, короче.